Ларс фон Триер. Пожелаем ему здоровья, борьбы с Паркинсоном, удачной, новых фильмов. Сейчас, конечно, у него очень сложный период. Ну и вот эта фигура, тем не менее, одна из самых выдающихся в европейском, мировом кино. Будем все время называть его Ларс фон Триер, хотя он никакой не аристократ, как и Джозеф фон Штернберг, он себе придумал эту аристократическую приставку. И поэтому сегодня я тоже буду фон Корнев, когда буду рассказывать про Триера, с достаточным пиететом, уважением. И, знаете, сразу немножечко опровергая такие штампы и стереотипы о Триере, как о провокаторе, хулигане кинематографическом, который постоянно в каких-нибудь скандалах участвует. Его кинематографические проекты тоже вроде бы на грани бонтона. Ну, скажем, снять порнографию – это довольно, конечно, рискованный киноэксперимент. Да и, может быть, Джека не все смогли высмотреть, дом, который построил Джек. Поэтому каково место Триера, вот можно уже сейчас говорить в мировом кинематографе, что это за фигура, попробуем сегодня выяснить. Ну, а помимо прочего, как обычно, потому что лекция у меня вся называется «Киномир» такого или другого режиссера, я расскажу о том, как устроена эта вселенная Ларса фон Триера через призму его метода, какими он пользуется приемами. А это очень интересно, потому что в плане арсенала разных инструментов режиссерских он очень изобретателен. Вы наверняка знаете, что он придумал всякие манифесты, творческие направления, и всякий раз при этом решался на полную перезагрузку своих методов. И от ранних его картин, которые самому ему тоже кажутся и манипулятивными, и наивными, или слишком неживыми, до вот этого кинематографа «Шока и ужаса» — это, конечно, удивительная дорога. Мало в современном кинематографе режиссеров, которые могли бы вот так вот не как хамелеон, а как человек ищущий, настоящий художник, меняться. Ну и поэтому кто такой фон Триер, правда? Провокатор, эпатер, человек, который постоянно злит публику и критиков, которые должны на него работать. А при этом настоящий неподдельный гений — и человек настолько увлечен искусством, насколько вообще это может быть, отдающийся этому искусству целиком. Создатель всевозможных направлений стилистических, методологических. Очень много режиссеров, десятков режиссеров подписало этот манифест «Догма 95». Но это не единственное направление, в которое он увлек кинообщественность. Поработавший со всеми существующими жанрами и вообще изначально использовавший жанр как своего рода упаковку или такую сладкую капсулу, в которую упакована горькая начинка. Каждый, кто смотрел «Танцующий в темноте», и при этом как мюзикл, может быть, каждый может оценить, что Триер с этим жанром сделал. Как и с другими жанрами, в которых он работал. И фантастика, и ужасы, и утопия, и антиутопия, и приключения. Каждый жанр он сумел начинить взрывным содержанием. А какова была его цель? Попробуем пробраться через призму метода. И я сегодня покажу некоторые фрагменты его фильмов, меньше, правда, чем обычно. И еще мы увидим самого Ларса фон Триера и совсем молодого юношу, который появляется в титрах «Королевства». И если вы смотрели третий сезон, там маленькое камео, уже очень-очень старый Ларс, в какой интересной роли он появляется. И поэтому то, как он внутри своих фильмов объясняет, как они устроены, как именно в «Королевстве», это тоже подход к его методу. Ну и вот давайте, чтобы не быть голословным, начну как с визитной карточки сначала Ларса фон Триера. Мы посмотрим вот именно эти два фрагмента из «Королевства», его появление в самом начале карьеры, и потом сразу перенесемся на 20 с лишним лет вперед. Thank you.
совсем молодой мальчишка перекрестил нас, потом сделал нам козу дьявольскую. И про это божественное дьявольское, и про грани, и полюса кинематографа фон Триера тоже пойдет сегодня речь. А вот уже совсем другой мужчина, это Камео без слов. Меня оно восхитило в королевстве. Хозяин, добро пожаловать в Вавилон. Это пока что его последнее слово в кинематографе, третий сезон «Королевства». Если вы смотрели предыдущие, помните историю этого госпиталя под названием «Королевство», и персонажей очень ярких, интересных, и сюжетные коллизии, тоже, конечно, на грани дурного вкуса и хорошего, и мистическую составляющую, вот все там умножить на 10, на 20, все там еще круче, еще ярче. Вот этот сезон по-настоящему мне доставил удовольствие, третий. Поэтому те, кто говорят, что Триер расписался и снимался, нет, они глубоко не правы. Я думаю, он сможет, как это он всегда делал, из больничной койки, выйдя из психушки, и победив очередную депрессию или приступ паранойи, алкоголизма, и Паркинсона, и Альцгеймера, все равно еще что-нибудь снять. Мне кажется, он не сможет расстаться с профессией. Будем на это, по крайней мере, надеяться. Вот два полюса Ларса фон Триера. И помимо этих камео, один такой мальчик, который первый раз, может быть, появляется в кадре с бабочкой. Запомните, я Ларс фон Триер. Не просто Ларс Триер, Ларс фон. И он еще не наигрался в кино, мы видим. Он очень увлеченным. И вот такой уже не бог, а антихрист, но все равно невероятная исполинская фигура в кинематографе, который появляется на вертолете, ничего больше не говорит и ничего на самом деле и не надо. Так что посмотрите, может быть, и как два полюса, два королевства. Первое, второе, и вот это вот третье, спустя годы. К сожалению, там какие-то актеры уже умерли, вместе с ними их персонажи, но зато появились их дети. А история-то все та же самая, да еще гораздо круче. Итак, вот эти две картинки будем иметь в виду, когда представлять себе дальше будем мир Триера, почерк Триера, его стилистические особенности, его приемы. И переходя конкретно к методу, я надергал разных цитат из первоисточника, из Ларса фон Триера. Мы сейчас попробуем по ним пробежаться и заодно, как такой прицел, как сеточку координатную, потом на его фильмы эти представления эксплицировать. Вот такое высказывание очень простое. Моя техника в том, чтобы создавать конфронтацию между разными элементами. Сталкивая одно с другим, в том числе содержание с формой, я добиваюсь своей задачи. Разумеется, моя задача – оказать воздействие на зрителя. Но не в прямом смысле, когда на самых эмоциональных сценах за кадром начинают играть скрипки. Я стараюсь сделать так, чтобы зритель сопереживал тому, что происходит в моем фильме. Я стараюсь сделать это самым неочевидным способом. Вот это один из парадоксов триеровского кинематографа, что с одной стороны, особенно когда он публикует перед премьерой киноманифест, он дает нам все карты в руки, он играет с открытыми картами. Вот так это будет в «Догме 95» или таков метод в Европе. И поэтому он режиссер, который, вот как ни странно, все время борется с такой режиссерской зависимостью зрителя, с манипулятивностью кинематографа. Но при этом его фильмы куда как манипулятивны. И они цепляют зрителя, но только не теми способами, дешевыми, голливудскими, как, правда, закадровая музыка, например, когда нас просто берут на крючок. Как они действуют, это повод разобраться с каждым конкретным фильмом. Ну, например, давайте окажемся в Европе, просто как сеанс гипноза. Сам Триер считает, что этот фильм уже устарел, но начало этого фильма, конец этого фильма незабываемы. Сейчас ты слушаешь мой голос. Он будет помогать тебе и поведет в самую глубину Европы.
Каждый раз, услышав мой голос, с каждым словом и каждой цифрой, ты будешь переходить на более глубокий уровень, свободно открываясь восприятию. Сейчас я сосчитаю от 1 до 10. На счет 10 ты будешь в Европе. Я говорю 1. Твое внимание полностью сосредоточено на моем голосе, и ты начинаешь расслабляться. 2. Твои руки и пальцы становятся теплее и тяжелеют. 3. Тепло поднимается по рукам, к плечам и шее. 4. Стопы и ноги тяжелеют. 5. Тепло распространяется по всему телу. На счет 6 ты уйдешь еще глубже. Я говорю 6. И все твое расслабленное тело начинает медленно погружаться. 7. Ты уходишь все глубже, глубже и глубже. 8. С каждым вдохом ты уходишь глубже. 9. Ты паришь. На мой счет 10 ты будешь в Европе. Будь там. На счет 10. Я говорю 10. Ты слышишь стук дождя по большому металлическому барабану. Подойди ближе. Впереди забор, и ты останавливаешься. Ты идешь через депо. Ты прибыл на поезде из Бремерхафена, а до этого плыли на корабле из Нью-Йорка. Ты в Германии. Сейчас 1945 год. Франкфурт, Германия, октябрь 1945 года. Не знаю, как вы, а я сразу оказываюсь в Германии, как завещал Триер, на счет 10 или даже немножко раньше. Поэтому это фильм-гипноз, фильм-медитация, в котором все строится на вроде бы вылизанной картинке, на даже каких-то устаревших очень приемах, скажем, рир-проекция, когда на заднем плане экран, и там уже отснятый материал идет. И вот сейчас, правда, может быть, это немножко бросается в глаза, что картинка не того качества, мы избалованы изображением, но гипноз работает вот точно так же. Правда, просто покажите рельсы, как они идут, и тебя уже тянет в сон. Если еще будут такие скрипичные повторы, акценты, если еще будет голос рассказчика такой вкрадчивый, тоже усыпляющий, монотонный. А вот можно сравнить, кстати, с прошлым летом в Мариенбаде. Там тоже нас ведут по коридорам отеля, тревелинг, камера очень медленно движется. И рассказчик повторяет одно и то же, про то, как звук не отражается, утопает в этих коврах. И мы видим люди-манекены какие-то, стоят очень неживые. Ну и тоже сознание нормального зрителя, оно либо выключается, впадает в транс, или переходит в какой-то другой режим. Вот я уже цитировал Дмитрия Ольшанского, который говорил, что самые лучшие фильмы – это как раз те, которые нас усыпляют. Поэтому если мы продолжаем видеть фильм во сне или через сон, вот это вот самое то. Это когда кинематограф становится частью нас буквально. Поэтому не смущайтесь, кстати говоря, когда на концертах под хорошую музыку тянет закрыть глаза. Это значит, что это правильная музыка. То же самое и с кинематографом. Даже, может быть, и книги, которые усыпляют, тоже в этом смысле хороши. И наш организм просто настраивается на эту волну, на это ощущение комфортности пребывания в этом мире.
Поэтому один из принципов вот этого раннего триера – вести зрителя в такое искусственное состояние, вроде бы он даже и с исполнителями экспериментировал, вводя их в транс-сеанс гипноза, ну а дальше он только чего с ними не делал. Скажем, все были голые, когда снимали несколько сцен в «Идиотах», и актеры, и сам режиссер, и оператор, чтобы им было комфортно. Поэтому долго можно было бы рассказывать о тех вещах, которые триер придумывает. Ну, вы и сами знаете, если вы видели такие разные картины, как, с одной стороны, «Элемент преступления», с другой стороны, «Рассекая волны» или «Догвилля Мандерлей». Ну, когда я увидел «Догвилля Мандерлей», я, конечно, был просто поражен. Как еще раз переизобрести кино? Ну да, понятно, что это театр Брехта, что это такие меловые линии, которые в действительности оживают в нашем восприятии метод Брессона. Но как это было сделано и как это воздействует? И как тоже происходит такое перепрограммирование восприятия зрителя? Ты тратишь какое-то время в начале фильма, чтобы не замечать абсурд. Ну, нет же ручки двери, с которой тянется Николь Кидман. Что она открывает? И поэтому нет домов, нет вещей. Собака просто тоже нарисована мелом. Но дальше, не знаю, у кого после какой минуты, как работает метод, надо проверять с хронометром, ты уже другого не видишь, не воспринимаешь. Или ты полностью настроен на взаимоотношения, на внутреннее содержание картины. И как раз вещи бы тебя отвлекали. После этого трудно смотреть фильмы, где там навязчиво герой идет, открывает дверь. Сколько времени полезного потрачено впустую? Вместо того, чтобы говорить о человеческом человеке, нам показывают просто материальные фактуры. Так что каждый раз Триер умудряется изобрести кинематограф заново, и в этом он сравним только с Годаром. Два киноволшебника, два мастера удивительных находок, импровизации, открытий, когда в каждой новой картине или как минимум раз в несколько лет кинематограф становится другим, качественно другим. Поэтому сам Триер об этом говорит и скромно, и с пафосом, иногда и просто. И даже когда ты его интервью смотришь, у него часто вот такая формула ответа, я на нее обратил внимание, готовясь к лекции. Ему задают вопрос, он говорит: если бы вы спросили меня 5 лет назад, я бы ответил так. Вот мало у кого режиссера какого-нибудь, вы встретите такую формулу. Потому что, ну, обыкновенно они знают, что говорят, очень уверенно, они давно уже со своим методом слились, и они снимают одно и то же кино. Есть режиссеры, которые всю жизнь снимают только один фильм. А Триер говорит, дает поправку на то, когда это было. А сейчас у него совершенно другое все. Такой режиссерский велосипед, который едет и не падает всякий раз, когда фильм новый у Триера выходит. Как сам Триер это называет, немножко попроще. Но вот я уже сказал о принципе дать зрителю все карты в руки. Как он говорит, мне всегда было интересно обнажить прием, показать зрителю, что я делаю. Не блефовать и не прибегать к трюкам. Ну, то есть это поединок на равных. Это, кстати говоря, тоже бывают такие и в цирке, наверное, а знаете, где-нибудь даже и на вокзале, когда у наперсточника же заранее понятно, что он вас обдурит, но все равно вы берете с ним играть. А фокусник-иллюзионист тоже говорит, что все это иллюзия. Или помните, как в театре «Силенсиум» «Малхолланд Драйв»? Нет театра, нет музыкантов, ничего нет. Нас сразу предупреждают. Но потом, когда певица падает, а песня продолжается, вот-вот и наступает это удивительное состояние, когда искусство существует каким-то другим нематериальным образом. Или напрямую, без таких медиаторов привычных, как фигура актера. То же самое делает фон Триер, он объясняет, как он будет нас обманывать. Вот-вот сейчас я точно шарик куда-то загоню. Даже скажу, куда. Сейчас я точно буду вас гипнотизировать, вами манипулировать. Или совершенно понятно, что в этом фильме никого всерьез не убивают. Это вот не такое натуралистическое, реалистическое кино, про которое складывают легенды, как во время съемок даже кого-то убили, как вся съемочная труппа мучилась где-то в Амазонии, как они все выжили, просто как в шоу телевизионном, непонятно. Здесь нет ничего такого, как в «Догвилле», все на съемочной площадке. Но финал «Догвилля» же по-настоящему жестокий или по-настоящему непредсказуемый, шокирующий для того, кто видит его в первый раз. Вот это одна очень простая метода Триера. Ну и то, что дальше, снова вернусь к этим фрагментам интервью, процитирую автора. «Я занимаюсь тем, что можно назвать смешанной кухней. Это когда при приготовлении пищи смешиваешь неожиданные ингредиенты и потом пробуешь, что получилось. Вот, к примеру, водка с перцем и медом. Неожиданный вкус. Странная комбинация, к которой сначала следует привыкнуть, но результат впечатляет». Ну, если бы я пробовал водку с чем-нибудь еще, я бы мог оценить рецепт коктейльный,
Но я точно знаю, что эти жанровые элементы, которые смешивает Триер, они в нормальном кино вообще не могут существовать вместе. Но, скажем, Жижик где-то писал, что порнография, эротика – это абсолютно разные полюса, и они никогда не смешиваются. Кино вот такое сексплотейшн и кинематограф нормальный, большой, серьезный, где исполнители, актеры, где режиссеры настоящие. Но Триер же смешал это в «Нимфоманке». Он показал порнографию как таковую и настоящих актеров, и историю, и драматургию. Все мы в этом фильме найдем. И поэтому по Жижику есть вот какой-то абсолютно асинхронный процесс, где отдельно воображение, отдельно физиология. Ну вот если представить себе в стандартном, правда, голливудском кино, представьте себе Кейт Уинслет и Ди Каприо, скажем, на «Титанике». Но это вот не так красиво, ни через стекло, ни рука, ни капельки на стекле. А дальше идет нормальное порно, минут на 10-15. Нам показывают это всеми возможными ракурсами. Без этих экивоков, без затемнений, без расфокуса. Вот так, как оно есть. Дальше нас бы просто как бы выбросило из этого фильма. Не смогли его смотреть. Да и сочувствовать Лео тоже бы не стали, когда он в финале тонет. И вообще вся история как-то бы распалась на наших глазах. Поэтому представьте себе любой фильм, в котором вот такая нормальная голливудская история переходит в порно или в снаф. Триер это делает, и «Нимфоманка» продолжает существовать. И то интересное. Я вот, правда, долго думал тоже к лекции показывать ли мой любимый фрагмент в «Нимфоманке», где полифонию Баха, если вы смотрели этот фильм, показывают полиэкраном. Одна, другая, третья картинка. Здесь сексуальный акт показан очень подробно. Здесь идет какой-нибудь из видов просто живой природы. Там леопард, помните, один персонаж уподобляется леопарду. Но еще орган, да, на органе играет, еще мануалы и педали. И думал, и все-таки решил, нет, внутренняя цензура победила, не смогу это показать, сами посмотрите дома. Но это невероятно, конечно. И опять-таки, несмотря на эти откровенно порнографические врезки, фильм существует как целое, как произведение искусства. Поэтому у Жижика это не смешивается, в «Титанике» это не смешивается. Тоже в таком семейном кинематографе, если над ним, конечно, Тайлер Дерден не поработал, не вклеил кадры свой, это тоже никак не смешивается с провокационным кино. А у Триера это все возможно. Вот это фантастика, это абсолютно удивительно. «Антихрист» тоже, скажем, жестокий фильм, все помнят из него сцены, которые пересказывать не буду, если раз смотрели фильм, не забудете никогда. Но, а как его отделить, тем не менее, от этой удивительной красоты, от удовольствия зрительского с первых же кадров фильма? Наверное, в десятку у меня войдет начало этого фильма среди разных других первых сцен в кинематографе. Но давайте посмотрим, просто я себе в удовольствии не откажу. И мы еще раз вспомним, как это у Триера существует. Одновременно эрос и танатос, шок, ужас и при этом нечто прекрасное. Гендель и вот то, что вы увидите дальше.
Итак, то есть это вот речь шла о коктейле, в котором Триер смешивает самое несовместимое в другом кино, нормальном кино и даже авторском кино. И это не одна из единственных возможностей для понимания кинематографа Триера. Мы попробуем еще некоторые грани метода его здесь покрутить, обнаружить. Ну вот скажем, еще раз представим себе, что одна из главных игр, в которой играет Триер, это борьба со зрителем. Я вот сейчас формулирую главную проблему не только авторского кино, а, наверное, вообще кино. Это в каком-то советском фильме, даже детском, звучит такая фраза в песне «Притупилась чувствительность зрителя». По-моему, на самом деле не одна беда, а две беды всегда рядом. Это чувственная тупость и интеллектуальная. Привычка довольствоваться только тем, с чем ты в фильм вошел, ничего нового в нем не читать. И вот с этими вещами Триер постоянно сталкивается. И когда он делает премьеры своих фильмов на фестивалях, не на каждый фестиваль, кстати, фильмы Триера берут, в том числе главный Каннский фестиваль. И тогда, когда он сталкивается с таким ожесточением со стороны кинокритики или просто обычной публики, которой вот просто не повезло первый раз увидеть Триера, а он же и на больших экранах идет в кинотеатрах. Сейчас вот трудно поверить, но некоторые его фильмы, правда, шли большим экраном. Джека еще у нас, по-моему, показывали большим экраном. И поэтому это вечная проблема для не только Ларса фон Триера, настоящего художника, публика которого находится где-то еще в Средневековье, еще не вышла из какого-то эмбрионального состояния. И надо еще раз объяснять, что в кинематографе, скажем, нет никаких норм уголовного кодекса, что принцип фантазии – это полная свобода. И вот странно, но еще раз в 21 веке нужно все эти вещи проговаривать. Поэтому такая игра, в которую Триер предлагает нам сыграть, да, вы приходите в фильм, нагруженные всеми своими ожиданиями, стереотипами, недоверием, а главное пониманием того, опять же, что вы смотрите фильм такого провокатора, экспериментатора в лучшем случае, который будет ломать эти ваши стереотипы. Кто предупрежден, тот вооружен. И все равно Триер еще раз умудряется сделать так, что это перезагружается, все наши стереотипы. В этом плане, мне кажется, самым интересным, продуктивным для анализа, и вообще, может быть, это вершина творчества Триера, хотя эти фильмы, честно говоря, внутри фильма снял не он. Я имею в виду «Пять препятствий» и совместный в тандеме фильм с Йоргеном Летом. Если вы не смотрели фильм «Perfect Man», посмотрите маленький короткометражный фильм, 10-минутный, где просто мужчина и женщина, парень и девушка самые простые вещи делают. Ну вот, например, он просто бреется. Идеальный человек.
И этот режиссер Йорген Лет попадается в лапы Ларсу фон Триеру спустя годы, когда Триер предлагает ему полностью переделать свой совершенный фильм. Фильм, который нельзя улучшить. И в этом фильме «Пять препятствий» вы увидите пять разных вариантов того, что можно с этим совершенным человеком еще раз сделать. То ли усовершенствовать его, то ли убить. Вот мы только что смотрели «Антихриста», там, наверное, 100 кадров в секунду. Такое слово-слово. А первое ограничение, которое дает Йоргену Лету Ларс фон Триер, это 12 кадров в секунду. Ну, это убийство вообще. То есть такая дерганная, резная картинка, просто глаз, наверное, будет дергаться тоже нервно. И поэтому это одна из самых проблематичных была для начала посылок, препятствий. И там все такие же дальше. Любишь оставаться за экраном, как всякий нормальный режиссер-манипулятор, сядь, пожалуйста, вот сюда. И где-нибудь пообедай там в Индии, прямо на глазах больных и голодных детей. Как тебе полезет все это в рот или нет? И поэтому каждый раз он предлагает Йоргену Лету набор абсолютно невозможных условий, включая последнее снять анимацию, которую Йорген Лет вообще ненавидит. Но парадоксально то, что Йорген Лет затем в интервью говорит, что я впал в депрессию по ходу работы над этим фильмом, когда Триер заставил меня сделать фильм без всяких препятствий. Там есть третий фильм, принцип которого — полная творческая свобода. «Мне долго ничего не приходило в голову, — говорит Йорген Лет, — легче реагировать на чужую атаку, чем атаковать самому». Вот такой парадокс, который и в кинематографе Триера, и вот в этой картине конкретно «Пять препятствий» проявляется. Да, это ограничения, правила игры такие жесткие. Еще раз вспомню, как в «Догме 95». День в день, никаких флэшбэков, документальная съемка, никаких цветных фильтров, ну и так далее. Вот такие очень жесткие принципы, ручная камера. У некоторых просто вестибулярный аппарат не может смотреть такую ручную съемку. Я знаю людей, у которых просто голова болит смотреть такое кино, которое Триер снимает на бегу. Ну и вот, и тоже, конечно, сначала ты долго подстраиваешься, это все в тебя не лезет, а потом захватывает, конечно. Ну и вот Йорген Лет, вернусь к этому фильму, совершенно другого темперамента и склада режиссер. И тем не менее в этом тандеме получается удивительное кино, вот как сегодня с нейросетями. Ты делаешь промпт, и нейросети тебе что-то такое формулируют, и рисуют, и изображают. И Николай Васильев сегодня мне показал, какую оперную музыку пишут нейросети. Это просто чума, я вам скажу. То есть всем студентам консерватории, людям, у которых есть какие-то задания на импровизацию, на сочинение, срочно туда. Вам там такой набросает великолепный каркас, который можно улучшить, что-нибудь с этим сделать. И поэтому вот то же самое делает Триер с Йоргеном Летом. Он ему формулирует препятствия, есть текст, вот этот промпт изначальный. А дальше сними что-то такое совершенно необычное, что можно еще раз потом полностью переделать. Пять фильмов, пять препятствий. Я не знаю, какой из них лучше. Они все гениальны. При том, что «Совершенный человек» был уже фильмом, который невозможно превзойти. Но когда этот фильм шел в кинотеатрах, «Пять препятствий», тоже потом Триер в интервью говорит, у зрителей складывалось впечатление, как, наверное, плохой коп и хороший коп, что Йорген Лет – душка, добрый, прекрасный, талантливый режиссер, и такой фашист-садист сидит, Ларс фон Триер, который не знает, как его еще раз скрутить и выжать, и еще куда-нибудь послать с невозможной миссией. Хотя вот я поэтому процитировал Лето. Самое трудное – это препятствие не иметь. Не иметь того, кто тебя куда-то зажимает и ставит в эти рамки. Поэтому это надо понимать, когда говоришь о рамках Ларса фон Триера, о том, для чего они нужны. Они нужны вообще для того, чтобы существовало искусство, которое без форматов, без стандартов, без рамок существовать не может. Мне это напоминает лечение, когда мы говорим врачу подобные вещи. Но зачем к нему ходить, если мы не можем дать ему зацепок? Мой план заключается в том, чтобы пройти путь от совершенства к человеку. Такова моя последовательность. Теперь я хочу опошлить тебя. Но как, черт, это сделать? Не знаю. Да, ты не знаешь. Поэтому я и хочу, чтобы ты мне помог. Возможно, благодаря этому мы сможем выявить неприятные вещи вроде 12 кадров. Я не могу заранее определить свои уязвимые места. 12 кадров было уязвимым местом. Абсолютно. Крайне уязвимым местом можно считать дистанцию, существующую между тобой и описываемыми вещами.
В своем следующем препятствии я бы хотел ее убрать. Это вовсе не поза. Конечно, но я хотел бы подвергнуть испытанию твою нравственность. Да. Это может быть интересно. Мы так много говорим о нравственности. Наблюдателем, конечно, буду я, да. Я руководствуюсь своим инстинктом. Вот от этого и будем отталкиваться, чтобы ты испытывал чувство сопереживания. Я хочу послать тебя в самое убогое место на Земле. Препятствие 2. Убогое место. Для тебя это не проблема. Для тебя не проблема ездить в самые убогие места на Земле. Да. Лишь бы там был отель. Не могу знать, ты сам должен выбрать это самое убогое место. Не знаешь самые убогие места? Нет, так сразу не скажу. Нет. Так сразу нет. Но я не такой уж не цивилизованный. Я бы мог сказать, что не ставлю границ, но бывают ситуации. Стал бы ты снимать умирающего ребенка в лагере беженцев и произносить слова из совершенного человека? Не стал бы. Я не извращенец. Да-да, есть какая-то доля извращения в сохранении дистанции. В том, что я сохраняю дистанцию? В том, как ты что-то делаешь. Как далеко ты готов зайти, когда тебе не надо описывать вещи? Это равнозначно научному эксперименту. Сотрется что-нибудь из этого? Я хочу, чтобы ты вплотную приблизился к действительно ужасным вещам, к трагедиям человеческих судеб. Вот, это маленький фрагмент фильма, я его настойчиво рекомендую. По-моему, один из лучших у Ларса фон Триера, хотя не все на него обращают внимание, тем более, что, видите, он как будто бы документальный. Просто два режиссера беседуют, потом один из них отправляется куда-нибудь в Бомбей, сейчас он полетит, и приходит потом туда же, на это же место встречи с материалом отснятым. Триер смотрит, одобряет, кивает, и вот с этой своей дьявольской усмешечкой и таким тоном каким-то, которым допрашивать, правда, последствия вам нужно, он еще раз переформулирует задание с точностью до наоборот. И этот фильм необычайно стимулирует каждого на такие же творческие поиски. Каждого, кто успокоился, что-то нашел, тоже считает себя художником, но при этом один и тот же эксплуатирует прием. Вот надо посмотреть для этого 5 препятствий, чтобы понять, какие на самом деле горизонты и открытия могут быть, пока мы сидим и довольствуемся найденным уже однажды. И это и про Триера одновременно, конечно, а не только про Йоргена Лето. Поэтому хорошо получилось так, что вот он один попал в руки другого. Удивительно, правда, вот какому автору даже этот фильм тогда приписать. Все это делает формально, конечно, Йорген Лет, но все это придумывает Ларс фон Триер. А в современном кино вы знаете, как, кстати говоря, и в общении с нейросетями, главное — это идея. Это одна из основных проблем современного человека, наверное, тоже, который хотел бы себя считать художником, это кризис этих идей. Инструментов-то полно. Вот можно писать музыку, не зная нот, опять же, можно быть великим живописцем, художником, кинематографистом. Но ты сидишь перед строчкой промпта и должен ее запомнить. Написать туда хотя бы несколько строк. И что? Что ты напишешь? Что ты придумаешь? И поэтому помните, как иногда фильм начинается? Автор идеи. Вот это он самый главный. Сценарий, как бы ни развивалось кино технологически, но сценарий по-прежнему — это самое главное, что в нем есть. Ну и вот здесь Триер, он действительно автор, потому что он придумывает такие гениальные задания. И не знаю, насколько это съемка Cinema Verite, правда ли, что это вот неподдельно прямо сейчас они первый раз встретились, или там есть какие-то моменты постановки, мы этого не узнаем никогда. Но как работает голова у Ларса фон Триера, это отдельное восхищение. Вот прямо сейчас он это увидел, прямо сейчас перед ним сидит его жертва. Как он формулирует, это здорово, помните, в самом начале? «Моя цель – от совершенства идти к человеку». Это, наверное, вообще эмблема всего творческого пути Ларса фон Триера. От формального совершенства, каковыми были уже его первые фильмы, они все очень классные, стилистически безупречные. Вот к Европе ничего не прибавишь и не убавишь, просто наслаждаешься от первого кадра до последнего. А дальше к совершенству. А дальше, ломая вот этот найденный прием,
красивенькое такое ломая, как это Оскар Уайльд советовал, вырезать все самое любимое из фильма, скажем, в данном случае. Убирать все самое приятненькое. И это Триер делает неустанно. Поэтому иногда даже изумляет вот такая метаморфоза режиссерская. Она не только с ним случалась. С Антониони, например, его фильмы той самой трилогии «Отчуждение», они совершенны. «Приключения», «Ночь», «Затмение» фантастической красоты. А поздним Антониони вы посмотрите, и даже покажется, что они как-то неряшливо сделаны. Что-то такое исчезло. Вот то самое совершенство, которое было изначально. Если не понимать, какова цель, к чему мы стремимся. Если приблизиться к человеку, то вот, например, помните, тоже Триер здесь говорит, может быть, опошлить немножко это надо? Может быть, когда мы говорим слишком красиво, литературно и выстроено, это не человек, это не ты, это тобой говорят. И поэтому вот тоже странное предложение опошлить совершенного человека, сделать его как-то попроще со всеми заусенцами. Ну и Триер это делает в этой картине. Методы Триера разнообразны, а цель вот та самая. От формального совершенства, от догмы к Марксову, помните, формула не догма, а руководство к действию. К какому-то настоящему художественному, даже человеческому действию. И поэтому так вот незаметно тоже мы в лекции будем переходить от метода, от приемов, от инструментария Триера к тому, что прячется за ними. Он не факир, не фокусник, он не хотел бы нас изумить, просто преподать нам новый урок или дать какой-то новый продукт неизвестный и сыграть на таком эффекте новинки. Нет, он и в «Порнографии», и в «Ужасе», и в «Шоке», и вот в этом «Джеке» тоже, где, помните, сцены есть трудноперевариваемые, особенно там с мамой детей. Да и, как знаете, домкратом по Уме Турман тоже, наверное, в самом начале фильма не все это поймут и выдержат. Стремительным домкратом. Поэтому фильм тоже, конечно, шокирующий. У меня в курсе синемасофии лекция про Триера называется, ну, то есть она через одну только дается рамочку, образ «Шокер». Триер работает, по-моему, с такими образами шоками, как это иногда говорит молодежь. Я в шоке, я в шоке. Но обыкновенно это никакой не шок. Триера надо смотреть, чтобы настоящий шок испытать. Но снова здесь спрашивается, для чего все это делает Триер? Сам он говорит, что он работает с крайностями, с идеями крайностей в одном из интервью. И здесь я бы подчеркнул не только крайности, а слово «идеи». Триер работает с эйдосами. Вот за этими натуралистическими сценами, как в «Антихристе», в «Джеке», «Нимфоманке», там что-то другое, более важное, исследование природы человека. И поэтому я бы тогда соотнес Триера теперь уже не с художниками, кинематографистами его времени, а тоже зашел бы с козырей и соотнес его прямо с великим датским режиссером, режиссером, хорошая оговорка, режиссером философии, только философом, Сёреном Кьеркегором. Вот это вот равно великие величины. И если Кьеркегор работал с экзистенциалами, страха, тревоги, любви, ну вообще человечности, наверное, самый главный экзистенциал, что делает человека человеком, и разрабатывал целую диалектику греха и страха. Как мы в нашей жизни проходим через разные формы образования, встречи, ну и тоже шокирующие, наверное, чаще всего встречи с греховным и страшным. Ну, если вы когда-нибудь зачитывались Кьеркегором или хотя бы встречали его в кратком изложении, вы помните, что там фактически Гегель, только такой Гегель очень странный, тезис-антитезис, но синтез, пожалуй, не тот синтез, который кульминирующий и правильный, суммирующий и выводящий на новый уровень, а тот, который может быть еще большее погружение, какой-то нырок в экзистенциальную бездну и глубину. И поэтому темы, которые Триер исследует, они точно такие же. Это экзистенциалы, одиночество, тревоги, депрессии. Да они, собственно, в названии фильма вынесены. Меланхолия. Вот что исследуется. И разнообразные, тоже в разных проекциях. Одна сестра, другая сестра. И финал меланхолии. Ну, давайте, правда, раз про нее речь зашла, и посмотрим этот прекрасный финал, где и прекрасно, и ужасно. Тоже как в «Антихристе», а это одна из лучших концовок, наверное, в истории кино, на мой взгляд.
смотришь «Меланхолию», тоже в разных жанровых рамочках. Там, кстати, используется одна из самых гениальных метафор в истории кино. Это метафора из зрительского опыта. Помните, проволочная рамочка, через которую нужно смотреть на планету-убийцу. И если планета-убийца входит в рамочку, то все нормально. А вот если она выпирает из этой рамочки, как фильм иногда выпирает из стереотипов зрительского восприятия, вот тогда это и начинается. Тогда только иди и стреляйся. Тогда начинается у зрителя настоящая травма встречи с кинематографом. И все фильмы Триера – это вот такие рамочки, которые он предлагает. Вот она снова, «Догма 95», «Европа», ее стилистика, ее методика. А потом вдруг фильм лезет за пределы этой рамки. А потом зритель понимает, что нет, он не может этого вместить в себе. И поэтому возникает этот образ шока или целый фильм «Шок». «Меланхолия», конечно, тоже прекрасный фильм. Там есть масса незабываемых, невероятно красивых сцен самих по себе. Но послевкусие такой мизантропии, это, помните, формулировка Кирстен Данст, ее героини, что сама жизнь – это зло. Уже этой планете она ставит ноль. Это, конечно, отчетливый такой след травматический может оставить после фильма. Еще раз захочется с ним встретиться, как вот с такими в детстве мыслями о собственной смерти, пережить это на экране. Так что по-разному Триер подводит зрителя к этому ощущению, его какой-то недостаточности интеллектуально-эмоциональной, предложению пережить какой-то другой шокирующий, трансгрессивный опыт. Он может это делать через красивую картинку, через дерганную, ручную, через цветную, через черно-белую, через такую высоко профессиональную актерскую игру или, напротив, сведение актеров почти до уровня статистов, необычайно изобретателен на всевозможные методы. Но я вернусь к этому сравнению, раз «Меланхолию» я взял как иллюстрацию Триера и Кьеркегора. У Кьеркегора, у Триера одна и та же методика, ее можно назвать еще раз этим словом «диалектика». Работа с крайностями, полюсами, невозможностями. Вот с самого начала мы их определили просто как такие несмешивающиеся ингредиенты в этом кинококтейле. Но у Триера речь идет о чем-то ином в действительности. Тезис и антитезис – это не просто «Догма 95» и «Европа». Тезис и антитезис – это вообще столкновение мира и человека, которые по Камю не могут существовать вместе. Жизни и смерти, гуманизма и цинизма, которые тоже пропитывают все современное общество. Помните, это сформулировано самим Триером как такая проблема идеалиста и проблема золотого сердца. У него есть трилогия «Золотого сердца», фильмы про идеалистов. Герой Марка Барра в Европе, он тоже идеалист, который приезжает в Германию, чтобы помогать восстанавливать разрушенную страну. Ну а потом, если вы фильм смотрели в финале, он пускает пояс под откос. Собственноручно бомбу включает. А как он дошел до жизни такой? Ну а Грейс, что лучше, что ли, в Догвилле, в Мандерлее? Пришла освобождать рабов в Мандерлее. Что будет в последней сцене? Она сама возьмет в руки кнут. Пришла какую-то жертву просто с небес. Грейс, милость Божья, принесла в этот городок. Помогает, а потом помогает еще быстрее. Помните, там, как выходит из положения, чтобы изобразить большую работу, но просто почаще, по полчаса в каждом доме нужно работать. И поэтому сверху, с такого плана Господа Бога, это снято как просто мельтешение Грейс по домам. И вот она еще быстрее, еще больше, и уже саму себя отдает, как будто бы, как Агнец на заклание, как жертву. А заканчивает она тем, что она берет сама в руки оружие, и весь город сжигают дотла. Кстати, восхитительная сцена, и вот в этом параде лучших концовок в истории кино, конечно, Догвилль никак нельзя исключить, пройти мимо этого фильма. Давайте мы насладимся этой концовкой, а потом поговорим о том, почему такие возникают парадоксы, как это от добра ты переходишь к такому суровому наказанию, и из чего это вытекает конкретно в этом фильме в том числе. Для меня это одна из лучших сцен не просто как вот таких финальных концовок, решение проблемы Догвилля, как это формулирует, помните, персонаж Джеймса Кана, мафиоза. А это еще там, помните, захватывающий спор отца и дочери, такой он длинный, он еще идет с прошлого. Но вот здесь в машине он вроде бы будет решен окончательно. Дискуссия о человеческой природе. О том, можно ли что-то как-то исправить, улучшить. И вообще вот эта вот вечная дилемма, она каждого из нас касается. В политике это между правым и левым. Представление о том, что с человеческой природой ничего нельзя сделать, нужно только приспособить законы к тому, что есть естественное зло. И такая идеалистическая концепция, что можно эту природу переделать, сделать человека разумнее, прекраснее, совершеннее, чем он есть, сделать его совершенным человеком.
У Славы Жижика «В чуме фантазии» очень забавно это преподносится, как дилемма дурака и циника, или плута, как это точнее определяет Жижик. Ну, то есть левая стратегия – это стратегия болванов, люди, которые все время наступают на одни и те же грабли, повторяют социальные эксперименты, приходят к тем же самым неутешительным выводам, хотя бы к полной экономической нерентабельности таковых. И поэтому это вот такие вроде бы дураки, которые постоянно повторяют один и тот же трюк и не убеждаются в результате очередной ошибки в невозможности этого проекта. Правда, сам же Жижик говорит в другой книге, по-моему, «Размышления в красном свете», что вот именно то, что это все время возобновляется, это и ценно. Это вот не все-таки такая неполноценная дурацкая стратегия, когда ты вообще не видишь, что стоит эта швабра, она снова прилетела тебе в лоб, и ты снова в темноте про нее забыл или не заметил. Нет, это не так работает. А это когда в действительности это тебя еще больше стимулирует. Очередная неудача на продолжение и творческого, и социального эксперимента. Поэтому можно по-разному этого дурака считать, левого, дураком просто клиническим, или идиотом, в смысле Достоевского, или таким прекраснодушным субъектом, который просто полагает, что предыдущие эксперименты как-то неправильно происходили. Ну а противоположная тому стратегия, объясняет Жижик, плута, стратегия провока. А он знает, как даже хорошо навариться на всем на этом цинизме, на баш-на-баш, на купле-продаже. А он прекрасно понимает, что все эти мечты, утопии, все это можно отправить в одно место, в корзину мусорную хотя бы. И поэтому вот он-то разбирается в том, как жизнь устроена замечательно. Говоря такими словами, фразеологизмами, паразитами, фишку рубит прекрасно. Он точно в жизни устроится. Его экономический проект будет рентабелен. Но чем он нам неприятен, не симпатичен лично мне? Тем, что он циник и плут. Просто если хотите дружить с циником и плутом, то пожалуйста. А если хочется с человеком каких-то других душевных свойств, то вот иногда с таким странным, как персонаж Европы. Потом он пустит ваш поезд под откос из лучших побуждений, разумеется. Не просто так. И поэтому наивность до идиотизма. А помните, идиот – это прежде всего человек, не принимающий участие в общественных делах. Человек какой-то антиобщественный. Или такой цинизм, мудрость, да, прагматизм определенный. Ну, просто вот неприятно с таким человеком дело иметь. Он же тебя первый и продаст, собственно говоря. Друг ты или не друг. Если речь заходит об отношении контрагентов, то это уже не важно. И вот как это таким образом в Догвилле эта тема, эта проблема решается в финале между как будто бы уже небожителями. Это Бог-Отец и земная его ипостась, которая приходит в этот мир, чтобы тоже что-то улучшить, помочь, как милость, как дар небес. И вот они беседуют о человеческой природе, а дальше Грейс решает, как нужно с Догвиллем разобраться. Захватывающий финал. Проблемы Догвилля. Для начала можем пристрелить пса и прибить его к стенке. Вон там, под тем фонарем, к примеру. Это может помочь, иногда помогает. Нет, после этого горожане перепугаются. И ситуация нисколько не изменится. Если вдруг кто-то опять попадет в этот город, все. Повторится. Вот для чего мне нужна власть, если ты не возражаешь. Чтобы сделать мир немного лучше. Да. Там парень никак не заткнется. Хочет увидеть мисс. Можно мы его пристрелим? Нет, я хочу с ним поговорить. Что? Что случилось? Нельзя обвинять человека в том, что он испугался, верно? Нет. Нельзя. Нет. А я испугался, Грейс. Я тебя использовал. Прости меня. Я был так глуп, правда. А иногда, возможно, даже высокомерен. Ты прав. Хотя использовать людей – это плохо. Я знаю, ты согласишься, что данный конкретный и наглядный пример превзошел все ожидания. Мы много узнали о человеке.
Все, что с тобой произошло, было очень поучительно. И я думаю, ты согласишься, что... Уже нет, Том. Уже нет. Есть город, без которого мир станет лучше, и это Догвиль. Да. Всех расстрелять, город сжечь. О. Что? Что еще? Это семья с детьми. Убейте детей на глазах матери. Скажите, если она сдержит слезы, вы остановитесь. Отдам должок. Жаль, но ее слишком просто довести до слез. Нам лучше тебя увезти отсюда. Боюсь, ты и так уже достаточно насмотрелась. Живее, живее. Тебе холодно, милая? Дать тебе плед? Все хорошо. Открыть шторки. Они не нужны больше. Ну что? Я думаю, можно открыть. Теперь самое время. Когда я первый раз смотрел «Догвиль», ну, как и все, наверное, 3 часа, ты настраиваешься на некоторые зрительские мучения, ты понимаешь, что Триер, он просто так тебе не дастся. Основа, вот, когда ты в этот фильм попадаешь первый раз, этот мел, павильон, все. Все сложно, все непросто. Но когда ты, наконец, внутри истории, когда ты перешел от Мимеса к Диегезису, и вот тогда, чем дальше, тем ближе к финалу, ты полностью уже сам в «Догвиль» переселяешься, живешь. Вместе с Грейс ты проходишь круги ада. Но поскольку ты одновременно еще и в этой реальности, ты холодным умом думаешь, нет, у этого режиссера духа не хватит истребить весь этот паршивый городок. Но все-таки таких финалов или такие табу зрительские, детей не убивать на глазах матери, ну куда к черту? Нет, он не сможет, слабо. И тут вот этот финал поразительный, потрясающий. Когда все зрительские ожидания, отчаяния, вся эта накопившаяся фрустрация, наконец, получает выход финальный. Поэтому я был так счастлив этим финалом, так удовлетворен. Вот просто мне бы тоже дай вот такое вот оружие в руки там в Догвиле, как Грейс, она же сама Тома пристрелит. Я бы тоже ей помог в этом. А потом ты из этого фильма возвращаешься в нормальную реальность, проходит какое-то количество времени, ты размышляешь, а вообще хорошо, правда, вот так вот всех убивать, жечь напалмом, так нормальные методы. И вот это вот и возникает самое интересное. Снова между тезисом и антитезисом, между жизнью и смертью, и ума, и сердца, кстати говоря, в том числе. И это у Триера главный эксперимент в отношении зрителя. Эти дилеммы, эти невозможности разрешения этого противоречия, какого-то хэппи-энда. Ну вот, собственно, вот этот финал и диалог, он настолько выдающийся, что о нем нужно сказать отдельно. Триер рассказывает, как он его написал, и что вообще такое в системе Догвиля. Это парочка полярных персонажей. Том, писатель, который не написал ни одной строчки. И который, тем не менее, учит жизни горожан. И Грейс. Вот это вот безупречно, конечно, просто совершенная женщина. Но вот откуда они взялись, сами персонажи, и как эта финальная коллизия разрешается. Вот я большую цитату извлеку. В любом случае могу сказать, что Том, этот мозгляк отвратительный, своего рода автопортрет. Как сказал когда-то датский писатель Клаус Рифберг, «Я разрезаю себя на несколько маленьких кусков и получаю героев моего произведения». Думаю, в отношении меня это тоже верно. Во всяком случае, так обстоит дело и с Грейс, и Томом. Я могу привести аргументы в защиту того и другого. Знаешь, в детстве мы играли в игру, где требовалось занять определенную позицию и защищать ее. Очень забавная игра.
и веселее всего было защищать позицию, которая полностью противоречила твоим собственным убеждениям. Приводить аргументы в пользу нелепых и неправильных точек зрения. Поэтому мне было невероятно весело писать речь, которую отец Грейс, Джеймс Каан, произносит в конце фильма, где он распространяется о недостатках гуманизма. Я пытался убедить себя в полной противоположности той позиции, на которой стою сам. Это было дико весело. Я остался очень доволен теми репликами, которыми обмениваются Грейс и ее отец, когда он говорит, что люди как собаки. А она отвечает, что собаки лишь следуют своей природе, и мы должны понять и простить их. А отец отвечает: собак можно обучить полезным вещам, но при одном условии, если не прощать им каждый раз, когда природа берет свое. Ну вот дальше он тоже говорит, что образ Тома это он и сам такой, потому что его первый короткометражный фильм начинался с такого обмана, подлога по отношению к зрителю, поэтому и цинизм, и манипуляция, и провокация – все это оттуда. И вот когда ты смотришь «Догвилл», именно понимая, что здесь, правда, разрезанный на несколько половинок или четвертинок сам Триер, становится намного интереснее. И в том числе в машине сидят тоже вот две стороны Триера, две его половины. И что делать с человеком или с Догвиллем, ну, это вопрос всегда конкретный. Что в каких-то отношениях тоже иногда становится проблемой неразрешимой. Уйти нельзя остаться, вечная жизненная дилемма. Простить нельзя простить. Предательство, или это, помните, как в фильме «Гараж», вовремя предать — это значит предвидеть. Да не поймешь. В каждой конкретной ситуации тысячи возможных решений. И вот в Догвилле это все так колеблется, и ты не знаешь, к чему приведет этот разговор, несмотря на то, что Грейс приехали спасать, бандиты с оружием. Она вот в начале-то сцены, помните, тоже настроена миролюбиво. Пока отец не упрекнул ее в высокомерии. Это гениальная находка в этом споре. То есть отец объясняет, что Грейс высокомерна. Почему? Потому что саму себе бы она не простила ничего из того, что происходило в Догвилле. А если она прощает это горожанам, значит, правда, они как собаки для нее или как вот какие-то муравьи, на которых смотрит человек. Для нее это вообще неравноценные вещи. И да, это высокомерие. И вот когда она таким образом на себя еще раз посмотрела, пересмотрела свою жизнь в Догвилле, вот тогда она говорит, да, проблему надо решать, правда, по-другому. Прибить пса на видном месте это нет, не поможет, только озлобится. Надо все это выжечь, вытравить заразу. Ну и вот сегодня, когда мы все оказываемся в таких ситуациях, когда у нас и друзья тоже превращаются в таких жителей Догвилля, когда проходит незримая линия водораздела между людьми и людоедами, вот это та же самая проблема, что с ней делать непонятно. Хотя бы самое малое забанить и больше никогда не обращаться. Черт его знает, черт разберет. Можно ли из Догвилля сделать человеческий город, собачьего городка? Но вот всех нас интересует этот вопрос. Что будет дальше? Что будет с теми людьми, которые расчеловечились? Они вернутся к человеческому облику? Прибить пса на воротах? Прибить пса какого-нибудь в стиле передачи, чтобы все видели, посмотрели, в клетке посмотрели, чтобы повозили по городам? Полегчает или нет? Ну вот Джеймс Каан настроен пессимистически. Нет, вряд ли. Так что проблема абсолютно неразрешимая. И вот это одна из каких-то онтологических, наверное, крайностей Ларса фон Триера. И я все никак не могу расстаться с аналогией с Кьеркегором. Это чистый Кьеркегор. Это вот такие искушения внутри человека, который считает себя, ну, как Авраам, например, ищущим пути к Богу, практически праведником. Но тоже, помните, задумал-то он убийство, собственно говоря. И поэтому с кнутом и с добрым словом, с пистолетом и добрым словом. Это в каком-то голливудском боевике тоже говорится красиво, что с добрым словом, пистолетом как-то лучше получается, чем просто с добрым словом. Всегда почему-то это эффективнее. Ну и у Триера в итоге во многих финалах мы приходим к той же точно мысли. С добрым словом и с автоматом, вот как здесь у гангстеров. Или вообще планета убийца, если уж целая жизнь — это зло. Вот какие крайности имеются в виду. Ну а главные крайности, они, конечно, вообще онтологические, потому это и кинофилософия. Это такое зло не вселенского даже масштаба, которое из космоса прилетает в каких-то голливудских фильмах. А это зло, которое живет в каждом человеке, хотя бы и в режиссере, который все это из себя выуживает, и Томаса Эдисона, и Тома Эдисона, и, собственно, Грейс. И поэтому вот я тоже к этой книжке обращусь. Прекрасная книга. У меня много про Триера книг, но вот эту я лучше считаю. «Беседы со Стигом Бьоркманом». И здесь Триер говорит, откуда все это берется в его фильмах.
Фобий у меня предостаточно. Страхи перед онкологией хороши тем, что они подавляют все остальные. Когда я боюсь умереть от рака, для других страхов у меня просто не остается места. В этом есть своя логика. А сейчас я страдаю от того, что моя фобия проходит. Проблема с фобиями и страхами такового рода заключается в том, что они неконструктивны. Из них ничего путного не выжмешь. Страх надо бы конвертировать во что-то полезное. В нем ведь масса энергии. Вот это вот киркегоровский принцип работы со страхом. Не просто преодоление страха или такого бегства от страха. А нужно, чтобы страх стал частью тебя. Ну, как это бывает с детства до взрослого возраста, что мы проходим через определенные страхи. Некоторые из них совсем наивные какие-то. Страхи родительского наказания, например. Потом мы из них точно вырастаем. Если ты не маменькин сынок, конечно. А есть такие страхи более существенные, сущностные. Вот, что касается, конечно, потери близкого человека, понятно, жизни. И какие-то страхи продолжают в нас жить. Главный из них – страх смерти. Мы его открыли в каком-то возрасте нежном. А потом, помните, мы его как бы опредметили и формализовали. То есть решили, что страх смерти – это вот быстрее касается тех, кто ест вредную пищу, курит, пьет, потребляет всякие неполезные продукты, шляется в местах, где опасно. Ну вот все эти из группы риска люди. Вот их точно быстрее приберет. Нет, в жизни, к сожалению, не так. И поэтому просто мы этот страх какой-то заглушечкой такой подавили до поры до времени, но вот у Триера они все работают на самом деле. Нужно понять, что страх – это двигатель субъективности. Страх – это возможность свободы, говорит Киркегор. Страх – это, или грех – это он еще определяет как симпатическая антипатия, антипатическая симпатия. То есть что-то нас одновременно притягивает и отталкивает. Ну вот как в Догвилле. То, что делает Триер, он, как это Бергман определил однажды, заставляет своих демонов работать. Все фобии, все неврозы, фрустрации, депрессии, его алкоголизм, его страх смерти, одна из главных его фобий, они все топливо для его фильмов. Ну и дальше он об этом говорит. Разумеется, я могу извлечь некоторую пользу из моих фобий. Человек, который боится темноты, скорее всего, сделает более качественный ужастик. Но большинство страхов просто превращает тебя в невротика. В настоящий момент я так зациклен на себе, что воображаю собственную смерть по 5-6 раз на дню. Это уже просто смешно. Поглядите на идиота, который целыми днями фантазирует о том, как он будет умирать. А, кстати, у вас бывали в детстве, правда, такие, я думаю, у всех бывали, воображаемые сцены, когда после ссоры с родителями тебя наказали, несправедливо обидели. Ты представляешь себе, а это было в фильме «Добро пожаловать, посторонним вход воспрещен», ты представляешься, что вот ты умер, а вот теперь они взвоют, а сейчас они принесут все некупленные игрушки, а теперь они поймут, как они были глубоко неправы. И поэтому вот в фильмах Триером постоянно видим эту инсценировку и одиночество, и смерти, и страха, и потери, и на полную катушку переживаем. Поэтому вопрос в том, что со страхами делать. Страх, говорит Киркегор, это свобода или потенция свободы и сила, которая может вот как такой антидот сработать. Действие равно противодействию. И то же самое Триер. В страхе заложена такая сила, что с помощью ее можно было бы взобраться на гору или пуститься в путешествие. Но страх ничего не дает взамен, хотя и отнимает у меня массу сил, пота и слез, когда я продираюсь сквозь мучительную бессонную ночь. А когда наступает утро, все исчезает. Не остается никаких видимых доказательств того, что я пережил. Мне не удалось поднять флаг на вершине какой-нибудь горы. Но в фильмах ему это точно удается. Все то, что он нас иногда ломает, у Триера работает как источник, как такой сценарный двигатель и как мотиватор для самого режиссера. Поэтому любой фильм в этом ключе можно посмотреть именно как такую историю борьбы режиссера с собственными демонами и приглашение зрителю пережить точно такое же путешествие внутрь самого себя, извлечь до сих пор нереализованное что-то и даже какие-то кошмарные, как мы думаем, вещи тоже превратить в действительности в повод для самоанализа, для какого-то движения вперед. Например, сюжет «Рассекая волны» Ларс фон Триер где-то в каком-то интервью такой фразой очень интересно определил. Это про то, как протрахать путь на небеса. И в финале звучат колокола со стороны, сверху, с божественного какого-то плана. Все это вознаграждается зрительским катарсисом в том числе. Ну и все остальные фильмы Триера точно так же можно было бы определить. Как домкратом себе заработать путь туда же. Вот Джек, мы еще к этому фильму обязательно обратимся. Его преступление, его чудовищный дом из человеческих тел, который он построил,
А это про что? И куда он себе столбит дорогу? Ну, а не Джек, опять же, тогда возьмем идеалистов. У них та же самая дорога мощеная, может быть, еще большим количеством трупов, но только вот по книгам, по светлым идеям, с прекрасными мыслями, с будущими поколениями это вот все связано. То, что настоящий перегной, ну, про это сейчас не будем. Мы про будущее, про будущее. И поэтому вот какой путь лучше, какой путь более страшный, и все время Триер сам между этими, как в сказке, альтернативами, потерять коня, потерять друга, потерять самого себя, находится. И поэтому можно определять его сюжеты именно через такие крайности, как симпатическая антипатия, антипатическая симпатия, как такое слияние странное соседство тезиса и антитезиса, как добро с кулаками в случае с Грейс, например, как спаситель и преступник Лео в Европе, вот тот, кто пускает поезд под откос, но чтобы спасти любимую женщину, давайте не забывать. И вообще много чего хорошего же он изначально хотел сделать. Там просто все пошло не так. Но это бывает. Между прочим, очень кафкианский там сюжет, особенно экзамен на проводника. Это чистый Кафка из Америки. И поэтому, когда ты находишься в такой реальности, в замке, а там вообще можно нормальным человеком быть, есть такие правильные способы решения проблемы? Видимо, нет. И поэтому есть эти ловушки Догвилля и Мандерлея, чему в итоге освобождающая рабов Грейс сама пишет им новый закон, сама берет в руки кнут. И адский рай или райский ад, вот так можно было бы определить структуру многих фильмов, особенно дом, который построил Джек. Особенно вот эту вот странную финальную сцену, когда он лезет куда-то на небеса, и мы ему как зрители очень сочувствуем. Правда, он срывается вниз, но хотелось бы, конечно, чтобы он выбрался из этого ада, каким-то образом преодолел разрушенный мост. И поэтому распущенная святость какая-то, вот это Бесс. А Джек тоже парень, честно говоря, не лишенный талантов, или, по крайней мере, какой-то интересный персонаж, в которого надо вчитаться, вслушаться, и понять, что вот за каждым из этих кадров, за каждым из планов Триера, тоже он как-то очень красиво определил в интервью, можно увидеть мысль. «Я надеюсь, что за каждым моим кадром можно увидеть мысль», сказал он в одном из фрагментов интервью. Ну и правда, вот это образ, персонаж всего-навсего, картинка. Картинка, как в Догвилле, абсолютно условная, абстрактная, но она нас отсылает куда-то, вот к этой нерешенной проблеме чувственной тупости и интеллектуальной ограниченности. Это то, что делает Триер. Таким образом, мы уже постепенно, незаметно перешли от метода к онтологии, то есть от того, как сделан фильмик, к тому, как устроен человек, и что с этим человеком делать? И мир человеческий. Можно ли жить в Догвилле и не лаять? Можно ли в этом обществе остаться человеком вообще? Суть экспериментов Триера, она именно в том, чтобы самого зрителя вывести научную ставку своей совестью и своим чувством прекрасного, и своим пониманием вот этого статуса злого человека или доброго, кто в тебе прячется, Грейс или Том. Пока вы, кстати, не разобрались в Догвилле, вам ведь Том был, наверное, симпатичен? Такой вначале доброжелательный, участливый. Правда, карточку, когда надо позвонить куда надо и сдать фактически Грейс, он прячет, ну так на всякий случай. Ей зеленый свет, ей все рады, он ее любит, все к ней расположены. Но вот карточку с телефоном мы оставим, мало ли пригодится. Но на такие детали мы пока внимания не обращаем. Там замечательный рассказчик в этом фильме, помните, он говорит, что произошло легкое изменение дневного света. Еще ничего не произошло. А вот легкое изменение дневного света показывает, что люди-то вот, они все-таки немножко каннибалы. Но до конца не разобраться. Просто вот Грейс пока, видите, посылают от одного к другому дому, она там работает, бесплатный дармовый ресурс, источник. И все. Но то, что человека в вещь превратили, уже, наверное, не очень хорошо. А дальше, когда ее будут насиловать и фактически убивать, ну да, это станет очевидно, только почему так поздно, в конце фильма. Легкое изменение такого интеллектуального света, в котором Триер показывает вещи, вот оно уже в начале фильма происходит, просто мы невнимательны, мы не разобрались, кто мы в этом фильме и в этой истории. В этом смысле фильм «Дом, который построил Джек» — это фильм про инструмент вот такой работы со зрителем. Если само слово «Джек» взять в словаре, то оно определяется, ну, кстати, у нас есть малый Джек, большой Джек, например, наушники соединяются с телефоном. Это вход, стало быть, опора, разъем, крючок, в частности, спусковой крючок. Это нож, а самое интересное, домкрат, это тоже есть слово в словаре. Так что там стремительный домкрат, он не просто так.
Иначе говоря, это инструмент. Инструмент в отношении к зрителю прежде всего. Это инструмент, с помощью которого через боль, через страх, как учил еще старик Аристотель, ты идешь к катарсису. Или ты пытаешься разобраться, хороший ты или плохой человек. И здесь нас не должно отвлекать вот такое, как какое-то досье или профайл на персонажа, то, что у него статус в этой игре убийца. Тоже в «Нимфоманке», помните, Стеллан Скарсгард, добрый, участливый самаритянин. Ну, все большее содержание этого фильма. А в конце мы поймем, что нет, все не так просто. Ну, а это вот шалава какая-то с улицы, с ней вроде бы все с самого начала было просто. И вот так со всеми другими персонажами. У них есть какой-то статус, их ввели в игру, на них есть профайл психологический. Ну, Джек – насильник, маньяк, убийца, с ним вроде бы абсолютно все определенно. Вот только это образ Шокер. Только это такой, конечно, инструмент для того, чтобы самого зрителя внутри текста провести путем Вергилия и Данте через чистилище, через рай, через ад. И чтобы сам зритель понял в конечном счете, кто он такой. Ну, давайте, я уже долго рассказывал, мы тогда посмотрим, правда, в тему финал. Прекрасный финал дома, который построил Джек. Опять же спросим себя, а наши симпатии тут на чьей стороне? Вот это самые глубины ада! Только я должен доставить тебя не сюда! Хотя это и кажется невероятным, а на пару кругов повыше. Я спустился с тобой сюда из любезности, потому что твоя история все же послужила мне очередной пищей для размышлений, а как я понял, тебе очень хотелось увидеть все. Когда ты насмотришься, мы пойдем обратно. Куда ведет тот ход? На той стороне. Он ведет прочь из преисподней и наверх. Как видишь, раньше тут был мост. Но я этого не застал. А можно туда добраться по кругу? По стене. Перебраться на ту сторону. Многие пытались это сделать, но я должен сказать, результат успешным не был. Я бы не посоветовал. Однако выбор исключительно за тобой. Я все же рискну. По-моему, это вообще выдающееся совершенно произведение. Какой-то дистанции его надо дооценить, переоценить, потому что рамочка, история серийного убийцы, это вообще не про то. И ближе к финалу, когда идут эти цитаты, великолепные живописные «Ладья де ла Круа», «Ладья Данте», и вообще сам язык фильма, когда меняется, это понятно, что это произведение, которое о самых серьезных вещах говорит, и с таким пафосом, который выдерживает, кстати говоря, сам режиссер и фильм, и на таком уровне, философском именно уровне, что это не про Джека вообще, и не про конкретные, конечно, убийства, это про... Уж если дом, то дом, который построило человечество. Вся цивилизация – это дом из трупов. Мы живем в мире, в котором просто смерть на обед, на ужин и на завтрак подают. И профессии есть даже определенные, в которых людей убивать – это нормально, приемлемо. Как сказал священник, а заповедь «не убей», православный священник, это не для военнослужащих. Это вот надо было, знаете, таким примечанием Библии писать. Не убей, это не для военнослужащих. Ну и другие заповеди тоже, не прелюбодействуй. Дальше это вот для каких-то категорий годятся или не годятся.
Поэтому вот этот, конечно, странный, дикий, абсурдный мир, в котором мы находимся, вот этот предмет осмысления Ларса фон Триера в каждом из фильмов, он показывает еще одну сторону этого дикого гротеска, который превращается в ад на земле или в чистилище. И поэтому, конечно, мы хотели бы вместе с героем этого фильма тоже выбраться куда-то из него, но пока никак не получается. А тогда можно просто описывать его вместе с Триером таким, какой он создан, какой он есть. Вот тоже в одном из интервью Триера очень простая в одну строчку фраза, как формула красивая: красота – это борьба. Это и драматургический принцип, потому что, как у Шекспира, борьба персонажей, антиподов, в финале гора трупов, а все равно красиво же. Любая история Макбет и Гамлет. Красота – это борьба, и в природе точно так же, потому что когда море, например, вот это нам объясняет роман «Тошнота» Жан-Поля Сартра, красиво флюоресцирует, это потому что там миллиарды смертей в этой волне. И поэтому красота, да красота какая-то кладбищенская, трупная, если подумать. Ну и вот так же точно Триер смотрит на многие вещи, когда говорит, что вот такие картинки, на которые мы ведемся, какой-нибудь, например, олень у лесного озера, а на бабушкиных ковриках таких вот много, помню, картинок, такой вид советских шпалер, олень в лесу, у горного озера. Все так в природе в действительности не бывает. Вот процитирую. Там он про свидетелей Иеговы говорит, как им рисуется рай. Но на самом деле и вот такие обывательские картинки тоже имеются в виду. Даже на их небе, то есть в изображении в идиллическом рае свидетелей Иеговы, должны быть компостные черви. Ну, спрашивается, должны быть? Им же там нужно чем-то питаться? Или они там ничего не едят в этом Эдеме? Кстати, Эдем предполагает какое-то ограждение. Природа – четкое доказательство того, что на самом деле это очень злой созидательный проект. Злой, но красивый. Странно, что что-то настолько красивое для Бога состоит из всевозможных убийств. Это все равно, что Вьетнамская война была бы красивой. Я воспринимаю мир как место, где царит зло. Ну, тут вспомним еще раз формулу из «Меланхолии». Сама жизнь на планете – это зло. И в том, как люди устроены и как они друг к другу относятся, говорят, что ты не должен желать жены соседа, не должен убивать. Опять тут надо подстрочником написать, кто именно не должен желать, а кто должен. И должен подставлять вторую щеку. Но это плохо сочетается с тем, что, как рассказывает психология, в нас заложено. И мы оба прекрасно знаем, ну там это беседа с Нильсом Торсеном из другой книги, что лучше всего в этой жизни устраиваются такие полусырые, что ли, типы. Но правда, когда ты видишь другой кинематограф, вот эти вот идиллические картинки, это точно ничего общего не имеет с реальностью. А у Триера структура намного сложнее. У него есть и такая шпалера вот эта вот прекрасная, или живопись, как в том же самом фильме «Дом, который построил Джек». То есть уровень, который в лакановской топике называется уровнем воображаемый образ. Один из мастеров работы с художественными образами. И опять-таки поэтому вот незабываемые, даже шокирующие сцены, как начало фильма «Антихрист». Ребенок, стиральная машина, падение, снег идет. Все невыразимо прекрасно. И поэтому даже сам мальчик тут скорее на игрушку похож, падающий. Тоже как-то вот ты не вкупаешься в это ощущение травмы, смерти. Просто заворожен сам по себе красотой и рапидом кинематографическим. Это уровень воображаемого, когда есть просто великолепно выстроенная система образов. На уровне символического мы понимаем, как это все устроено, как написаны социальные законы, каковы правила игры, что миром правят деньги, например. И поэтому там мы такие коды какие-то считываем. Вот как это называется в компьютерной игре, читерство. Не картинка, а ввел комбинацию клавиши и оказался на нужном уровне. И поэтому такие вот читеры, про которых там Триер говорит в конце интервью, которые точно знают, как в жизни подсуетиться, вот они точно не про Нагорную проповедь, не про эту идиллическую картинку думают. Это уровень символического. Ну а уровень реального, вот то самое, к чему подводит кинематограф Триера вообще. Это то, что не шок ради шока собой представляет, не натурализм этих сцен, вот как эти порнографические, например, от которых некоторые зрители в панике отворачиваются. Ну, там отрезание клитора, понятно, в «Антихристе», все такие вещи жуткие, пугающие. Но, опять же, делается для чего? Для того, чтобы решить проблему, которую я уже определил, чувственной тупости и интеллектуальной ограниченности.
для того, чтобы показать, каков мир на самом деле. А он не картинка. А он даже не вот эти правила игры. А он на самом деле настолько реален или жесток, что может быть как без планеты убийцы с ним и, или как с финалом Догвилля, без этого огня и не разобраться никак иначе. Полная перезагрузка и какой-то другой может быть мир. Или попробуйте предложить другой рецепт. Прибить пса вот в этом месте, показать, что для других какой-то ограничитель. Ну нет, скоро вокруг этого пса тоже какой-нибудь культ возникнет, скорее всего. Это так в долгую не сработает. Вот таков кинематограф Триера, который работает с самыми страшными вещами, который при этом показывает и вещи и безобидные, и людей-идеалистов, и золотое сердце, как Карен в «Идиотах», который проводит нас снова через рай. Кстати, фильм «Идиот», он про рай. Там мы видим, ну, если не до конца блаженных людей, но, по крайней мере, умеющих раскрепоститься вовремя, найти в себе такую настоящую свободу и хоть немножко побыть как дети, как живые люди, пока ты не вернулся в свой офис. Ну, а вот другие фильмы Триера, конечно, про ад. Про то, как это незаметно все вырождается, перерождается, утопия в антиутопию. И тут, кстати, я понял, что я упустил очень важный фрагмент. Можно было бы с него начать, как с визитной карточки Ларса фон Триера. Но пускай вот он сам нам покажет еще, как он ощущает это перерождение бонтона в какой-то кошмар или какого-то райского блаженного зрелища в адское или жизни в смерть. В одном маленьком юмористическом отрывке. Это из киноальманаха, где у Триера, может быть, вы знаете, видели эту часть, называется «Профессии». Но кто не видел, первый раз будет очень приятно познакомиться. Профессии. I bet you wouldn't have had the guts to talk like that if mother had been alive. No. You're right, my girl, I would not. We're going, boss. Вы знаете, я ведь не только пишу кинорецензии. Вообще-то я бизнесмен. Очень успешный бизнесмен. Очень успешный бизнесмен. Businessman. Я ведь с самых низов начинал. А теперь у меня 8 машин. 8 машин. По одной на каждый день недели. И одна, в которую я в жизни не сяду. А если серьезно, кожная промышленность — вот где деньги. Купи дешево, продай дорого. Кажется просто, но черт подери, так оно и есть. А вы чем занимаетесь? Что? Вы чем занимаетесь? Я убиваю. Кстати, и фраза из Мандрелея, получается, она очень здорово резонирует с тем, о чем мы говорим, и ситуацию зрителя описывает. Рабство отменили когда-то, много-много лет назад, но мы до сих пор в цепях. Хотя бы сидим в такой платоновской пещере. И вот тоже это реальное символическое воображаемое в одном фрагменте. Они смотрят картинку, образы, идут эти просто изображения воображаемого. Тут же бизнесмен рассказывает, как он фишку рубит. Я очень-очень успешный бизнесмен. У меня 8 машин. Одна еще так, повеселиться, про запас.
И это он рассказывает, как он понимает правила игры, какой он социально адаптированный, успешный всякое. И вот дальше реальное, из символического, из воображаемого. Реален молоток у тебя в голове. Реально это когда, правда, тебе хочется такого зрителя убить, если ты рядом с ним сидишь, смотришь фильм. Не знаю, у вас такое бывало или нет. Я вот часто вспоминаю этот фрагмент Рера, когда в театре тебе не повезло, рядом кто-то не вырубает телефон или падает всегда у него вечно, или вслух он рассказывает, что видит прямо сейчас на сцене. Вот тут хочется прямо с молотком, правда, в этот момент как-то оказаться рядом в театре. Я помню, так в Александринке весь спектакль был просто убит, потому что дама где-то пятью рядами ближе к сцене, еще немножко в середине, она весь зрительный зал просто доводила своими падениями телефона, разговорами. Еще телефон огромный, наверное, планшет, который светит. Он светит еще тоже на ползала. Чудовищно. Как ее никто не убил, это загадка. До конца спектакля дожила. Но вот Ларс фон Триер предлагает нам такой выход из своих фильмов. Поэтому реальное, символическое, воображаемое. И вот это снова как такая цель, помните, мы отправились в путешествие с этого совета Триера, идти от совершенства к человеку. Ну, то есть от формального совершенства, изобразительного ряда или звукового, идти к такому вот человеческому спрятанному желанию, какому-то неврозу, фрустрации, страху смерти, которое есть то реальное, которое исследует Триер. И это не только человеческая природа, потому что его фильмы, конечно, о мироздании. Вот снова этот фрагмент интервью, который я сразу не процитировал. Наша идиллическая картинка с оленем у лесного озера, вот про него я рассказывал, она про место, где в любой момент происходит множество убийств. Если мне надо было бы назвать место, в котором я чувствовал себя максимально защищенно, то я назвал бы окрестности лесного озера, которые, судя по всему, есть ад в чистом виде. Вот здесь, кстати, тоже они же сидят в кинотеатре. Смокинг, бабочка. Такое самое защищенное место во Вселенной. Кажется, тут никаких проблем быть не может. И выход реального. И трансгрессия. То же самое со зрителями Триера в каждой картине. Ты садишься один или в компании, в кинотеатре или дома. Экран, диван. Ну что может быть страшного на диване вообще? Триер умудряется, тем не менее, вырвать нас из этой оболочки, из такого ощущения защищенности. И поэтому мало кого с ним сравнишь по части того, как он владеет этим молотком, как он может пробивать систему защиты зрителя. Я думаю, если вы насмотрены в Триере, вы вот сразу про какой-то отдельный фильм подумайте, который точно для вас был шокирующим. Правда, сейчас вспоминаешь эти ранние фильмы Триера, и кажется, что уже и «Рассекая волны» он такой милый, и «Танцующая в темноте» все же больше мюзикл. Ну, а давайте, правда, «Танцующая в темноте». Еще у меня фрагментик, именно финальный. 96. Сели Мажеского. Хотите что-нибудь сказать? Реальное, символическое, воображаемое. Музыка, картинка. Картинка даже там в тюрьме кажется довольно симпатичной.
текст символическое, счет шагов хотя бы просто. И вот оно, эшафот. И вот оно место, где тебя будут убивать. У Кислевского, кстати, есть фильм, называется «Убийство». Вот не всем советую его смотреть, он тоже такой по-настоящему шокирующий. И сначала шокирующий – это сцены убийства, просто беспричинного убийства таксиста. Какой-то идиот, балбес молодой, вот не знал, куда себя применить, и решил, что можно ограбить таксиста, а пришлось его еще и убивать. Очень долго, мучительно, это страшная сцена. Но она еще потом становится гораздо более страшной, эта сцена, или наоборот, она как бы обезжиривается, обессмысливается, когда второй разыгрывается убийство. Это убийство именно вот этого самого теперь уже заключенного по суду, в таких вот жерновах машины, которого сначала неизбежно к этой смерти ведут, потом вот, собственно, как Сельму тоже ведут прямо туда, к месту казни. И вот эта бездушная машина, инженерия убийства, вот она самая страшная. Что, правда, нас пугает вот в таких перспективах смерти, как утонуть, сгореть или погибнуть от пули, или пройти через машину смерти, но, как, скажем, Освенцим, где все рассчитано, где газ, все по норме, помещение, метраж, все учтено. Которой в действительности шансов нет выжить. А случайной пули еще может быть. И вот это та самая история, как в убийстве Кислевского. То есть смерти как таковой, убийству как таковому, вот этой трансгрессии, которая в душе человека иногда возникает, чудовищному выпадению его из человечности, еще можно более страшное противопоставить. Это такую гуманизированную, формализованную, бюрократизированную, легитимированную смерть по приговору. Но то же самое примерно у Триера. В разных фильмах мы еще раз встречаемся со смертью, с насилием, с одиночеством, с шоком. И нам показывают это и как такой отдельный всплеск, какая-то странная, непонятная просто случайность, и с другой стороны, как система. Вот то, что происходит здесь с Сельмой. Куда она попадает? В огромную машину. С этой героиней, кстати говоря, конечно, созвучен тоже, кажется, образ Бесс. Вот еще фрагмент, который сегодня не показал уже, а в конце лекции хотя бы надо обязательно его выхватить. И это к финальной точке в лекции, к финальной мысли. А мысль такая, что несмотря на то, что Триер рисует такие огромные онтологические контрасты, ну как, скажем, планета убийца и планета Земля, вот такие две глобальные сущности, которые сходятся в своем поединке тезиса и антитезиса, и большими мазками проходятся по вот этим человеческим разным эпохам, структурам. Но мне кажется, что главный месседж Триера – это не в том, что, как помните, в христианской это сформулировано фразе «Бог и дьявол борются, а место их борьбы, поле битвы – это сердца людей». Ну а все равно борются Бог и дьявол. Такие глобальные какие-то онтологические субстанции. В фильме «Танцующая в темноте» мы видим, что и Бог, и дьявол, и рай, и ад, и вот все то, что куда-то в космос транслируется и оттуда прилетает в стандартном голливудском боевике – на самом деле живет в отдельном человеке. И вот это и есть как раз чистый экзистенциализм, что мы все берем в таком абсолютно конкретном виде, каким является субъективность. Вот в этом человеке, в этом времени, в этом отношении с другим, близким человеком, далеким человеком, мы можем понять значение таких феноменов, как добро и зло, смерть и жизнь, страх, отвращение, любовь. Только так, а не иначе. Тоже Триер забавно рассказывает, как он эту сцену придумал, снова напоминающий нам диалог в финале Догвилля, ну, то есть как бы из себя. Ты играешь шахматную партию, переставляя доску за белых, за черных. Этот сильный ход, потом переворачиваешь доску, делаешь еще более сильный ход. Так они беседуют, Грейс со своим отцом. Ну и здесь тоже с Богом беседует Бесс или нет? Давайте посмотрим. Бесс Макнейл, долгие годы ты просила меня о любви, а теперь хочешь потерять ее? Этого ты хочешь? Нет, нет. Я так благодарна тебе. Тогда чего же ты хочешь? Я молюсь, чтобы Ян вернулся домой. Он вернется через 10 дней. Ты должна научиться терпению, тебе это прекрасно известно. Я не могу ждать.
Это на тебя не похоже, Бесс. Пойми, он нужен не только тебе, но и людям, которые с ним работают. Как же они? Они не в счет. Это не имеет значения. Я просто хочу, чтобы Ян поскорее вернулся. Умоляю. Пожалуйста, отправь его домой. У Жижика в книге, по-моему, «Кукла и карлик» есть такая фраза. Подлинная формула атеизма состоит не в том, что Бога нет, а в том, что Бог — это бессознательное. Он все-таки есть, но он живет не на облаке, а он живет в нашем бессознательном. И вот Триер тоже рассказывает, как он сделал интересно этот диалог, ну, монолог на самом деле все-таки, хотя он уже и диалог, где Бесс приходит в церковь беседует с Господом Богом. Правда, вы видели когда-нибудь, что в церкви Бог отзывался, вступал с вами в контакт? Нет, в основном ты беседуешь сам с собой. И когда ты молишься, ты пытаешься тоже вот какую-то свою тупость преодолеть или, не знаю, какой-то абсурд ситуации, комизм не чувствовать при этом. И это вот и есть то самое, что делает Ларс фон Триер. Он показывает, что, конечно же, по факту Бесс беседует сама с собой. В клиническом случае мы знаем, ипостаси шизофреника вообще не знают о том, что они существуют параллельно, асинхронно. Какой-то мировой рекорд, по-моему, был 40, что ли, субличности, которые живут в одной голове. В фильмах мы такие встречали. Фильмы «Мистер Робот» или «Палата» Карпентера, где там 5-6 персонажей, которые не знают о существовании друг друга, все находятся вот здесь. Ну, Бесс — это две ипостаси. Вот, собственно, она и Господь Бог. Поэтому поле битвы, да, это сердца людей, но только это не глобальная битва. И Бог в бессознательном, и добро где-то там в твоем сердце или в твоей голове. И это настоящий экзистенциализм, который нас подводит вот снова в результате всех этих поисков, приключений на экранах, в каких-то историях других людей, только к собственному сердцу и к самому себе. Чем более откровенно, как Ларс фон Триер, режиссер, о себе рассказывает, чем больше он закапывается в эти внутренние свои неврозы и проблемы, тем больше это и мне понятно, и близко. Я, кстати, тоже проходил как зритель такой путь сопротивления Ларсу фон Триеру, каждому его конкретному фильму. Тем более, что они такие разные, на них надо всякий раз по-другому настраиваться. К пониманию вот этой вот сверхзадачи, которой Триер тебя ведет, а тебе очень не хочется. Ты всячески отбрыкиваешься. Ты не любишь, чтобы тебя вот так вот руки запускали, закапывались, и режиссер что-то там находил и манипулировал. Но снова он делает это, надо представить себе, самыми добрыми побуждениями. Просто с добрым словом и с кинокамерой, с добрым словом, с монтажным листом, с добрым словом, с такими образами, шокерами. Это получается лучше, чем просто с напутствием и добрым словом. Так что, несомненно, это кинематограф жестокости, но, к сожалению, с нынешним зрителем ничего добреньким режиссером уже не сделать. Он такой циничный, этот зритель. Он такая эгоистичная сволочь, которая не хочет переживать эмпатию никакую, и ни идентификацию тоже никакую попало не переживет. Он такой зашоренный во всех своих разных мелких привычках, что по-другому, иначе как вот с помощью домкрата, с ним не получается. Поэтому приходите смотреть фильмы Триера всякий раз, когда они еще пойдут широким экраном, желательно именно широким экраном, чтобы эти образы в вас врывались, просто через вас проходили, даже как-то рвали на части и насиловали, потому что только через боль и страх можно пережить настоящий катарсис. Это тоже вот единственно возможный рецепт, который придумал еще Аристотель. А в минимальных дозах, в такой упаковочке другой, какой-то сахарной, сиропной, ну вот не возникает это настоящее чувство, этого открытия. Только через борьбу, через конфликт и дается настоящее и красивое что-то. Помните, у нас в фильме «Весна», там знаменитая эта реплика Фаины Раневской: «Красота – это страшная сила», она говорит. Ну вот это то же самое, слоган любого фильма Триера, его формальная красота этого фильма – или, напротив, какая-то неряшливость, как в «Идиотах», это всегда страшная сила. Но мне кажется, все-таки, несмотря на то, что в «Королевстве» Триер играет антихриста, вот этот первый жест, с которого сегодня началась лекция, жест благословляющий, тоже нужно помнить. Вот между тем и этим, между раем и адом, сам он как Вергилий, который ведет нас куда-то, мне кажется, вот как сейчас он на нас смотрит очень по-доброму, все это он делает из лучших побуждений. Золотое сердце Ларс фон Триер. А то, к чему оно приведет нас, ну, пока гадать не будем.